По всей Московской области с 21 сентября по 29 ноября проводится социальный раунд «Засветись», направленный на популяризацию ношения световозвращателей. Согласно статистике, каждое третье дорожно-транспортное происшествие на территории региона связано с наездом на пешеходов. Госавтоинспекторы обращают внимание всех участников дорожного движения, что осенью и зимой темнеет рано. Световозвращающие элементы на одежде, обуви, сумке могут спасти не только ваше здоровье, но и жизнь.